Родился мальчик Юра Шатунов, и мир суровый протянул к нему ладони. В холодном, неуютном детском доме он ощущал, что значит нелюбовь. От нелюбви всегда бежать хотелось, и он бежал от плена серых стен. В нем было дерзновение и смелость, ему хотелось добрых перемен. Глаза Всевышнего с любовью наблюдали, сжималось сердце Божие не раз, когда несправедливо обижали, бесчеловечность выставляя на показ. У Бога звездный путь был приготовлен, на перемены всякие свой срок. И час настал, небесный план исполнен, он в песнях открыть сердце свое смог. Со сцены пел подросток, но без фальши, всю душу свою вынул на показ, пел честно. Пел для нас обычный мальчик, но будоража душу всякий раз. Бог прописал ему сценарий сложный, в нем сердце доброе с любовью сотворил. Ни разу не болел болезнью звездной, а искренностью мир преобразил. Всевышний пишет всем сценарий жизни, но выделяет ярких в нем людей. Юра Шатунов был Богом призван, чтоб мир наш стал счастливей и добрей. А в путь небесный каждому свое. На все у Бога времена и сроки, небесные, земные или чертоги, Бог знаками укажет на твое.